Нашого ефіру Сергія Жирнова, екс-співробітника КДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Пане Сергію, вітаю, слава Україні! Добрий день! Вітаю вас, героям слава! Путін завжди хапається за цю ядерну зброю і згадує про неї, коли у нього щось не виходить на фронті. Згадує він, чи то пропонує мирний план, хоче всадити за стіл переговорів, чи то знову ж таки лякає цією ядеркою. Вчорашня заява – це свідчення того, що Путін змирився, що на фронті у нього невдачі. Скоро ми очікуємо наш весняний контрнаступ, а Путін уже йде в таку глуху оборону. И это его, так бы мовити, останній аргумент. Вы знаете, это очень удивительная вещь, потому что это означает, что переговоры с Си Цзиньпинем прошли очень неудачно. Потому что мы все обратили внимание на то, что там прозвучало, конечно, в официальной декларации отказ от использования ядерного оружия, от угрозы ядерным оружием. Мы все понимаем, что для Китая это абсолютная красная линия. Китай может говорить о чем угодно, только не о ядерной войне и не о путинских угрозах ядерным оружием. Вот. А как только Си Цзиньпинь вернулся, уехал из России, вернулся обратно к себе, мы все заметили, что Медведев буквально в тот же день или на следующий день снова заговорил очень агрессивно про использование ядерного оружия. И теперь Путин и Беларусь объявили о том, что значит, они будут размещать тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. К июлю месяца закончится строительство хранилища и так далее. И это очень странное заявление, потому что в общем, ну, Китай, мы считали, что надавил на Путина достаточно, чтобы он забыл об этом. Оказывается, что нет. И вот теперь мы начинаем думать, это такая, как бы, взбрыкивание Путина из-за того, что Китай отказался ему предоставлять военную помощь прямую, или эта вещь была согласована в кулуарах с Китаем, несмотря на то, что они официально объявили. Вот в этом нам придется разобраться. То есть это, так сказать, совместное, как бы, выработанное решение с Китаем, или это Путин идет против Китая. Я щойно, власне, хотів це питання і поставити. Чи, можливо, Пекін знає, що нічого не стоятиме за цими заявами? І, ну, Путін відкрив карти, принаймні, Сі Цзіньпіню, ну, і сказав, що хвилюватися зайвий раз не варто, ми використовуємо, ну, якусь риторику для покращення там свого геополітичного становища. Вы знаете, нет, я, к сожалению, не могу поддержать такую точку зрения, потому что все, что касается ядерного оружия, как бы это ни было пустобреханием, я не знаю, пустыми заявлениями, в мире это рассматривается самым серьезным образом. Кстати, в этом смысле, вы знаете, вот у нас, так сказать, в русскоязычном сегменте мы понимаем, что Дмитрий Медведев является практически клоуном. Да, то есть мы в основном ну, считаем, что его заявление – это троллинг, и мы относимся к нему как к очень неумному человеку. На Западе его воспринимают как официального государственного чиновника. У него есть должности официального государственного чиновника. Он является первым заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Он занимает пятое или четвертое место в российской табеле о рангах государственных чиновников. Достаточно посмотреть на, когда было выступление Путина перед федеральным собранием. Медведев сидел между Володиным и Патриархом, то есть он входит в высшую когорту государственных чиновников. И какую бы ахинею на ядерные темы он не нес, Запад ее рассматривает, и мир рассматривает ее самым серьезным образом. То же самое с Белоруссией и с Путиным. Как бы это ни было просто каким-то кампанией, там, я не знаю, пропагандистской, просто коммуникациями между Белоруссией и Россией, Запад и мир это рассматривают как самые серьезные заявления. И в этом смысле они идут полностью в противоречие, входит в противоречие с тем, что Запад сделал, какие Запад сделал выводы из визита Си Цзиньпиня, потому что вот мы видели заявление Борреля, который сказал, что ядерная угроза теперь отодвинулась. Мы видели там заявление в Соединенных Штатах Америки тоже некоторых представителей высших кругов, которые сказали, что мы теперь успокоены немножко. И буквально не успел простыть след Си Цзиньпиня в Москве, как начались эти разговоры про ядерное оружие. Конечно, я с вами согласен, что
Путин и Россия всегда его используют тогда, когда у них явный либо проигрыш на поле войны, классической, конвенциальной, когда он понимает, что он не только не может ее выиграть на поле конвенциальной войны, но, скорее всего, ее даже проиграет. Да, когда мы узнаем, что они теперь расконсервируют танки Т-54, а это конец 50-х годов. 54 — это практически даже сталинское время. 55 — это конец 50-х годов и начало 60-х. То есть, когда мы понимаем, что они не могут никакую современную технику противопоставить западному вооружению, которое все больше возникает на вашей стороне, на украинской стороне, тогда каждый раз возникает история с ядерным оружием. Чи вважаєте ви, що Путін після того, як його визнали фактично міжнародним злочинцем, висунули звинувачення у воєнних злочинах і ще такою ядерною риторикою, ну просто зариває собі могилу? Да, это, конечно, связано, взаимосвязано. Но я вас здесь с юридической точки зрения немножко поправлю. Путин не военный преступник, потому что, чтобы говорить о военном преступнике, нужно, чтобы суд какой-то признал его военным преступником. Презумпция невиновности, звичайно. Да, презумпция невиновности, особенно в демократическом мире. То есть он является подозреваемым. Да, ему выписан орден как подозреваемому, как обвиняемому, которого вызывают, так сказать, в суд для того, чтобы он ответил за свои подозрения. Потенциальное преступление. Пока что официально он не является еще военным преступником, но, в общем, он делает все, чтобы это за ним закрепилось. И, безусловно, конечно, разговор про ядерное оружие — это ответ на выписку этого ордера, потому что его никто не ожидал, кроме меня, потому что я о нем говорю уже 9 месяцев. На меня все здесь нападают, вот, допустим, во Франции, когда я каждый раз говорю, у меня была дискуссия с Петром Толстым, вот, которому я сказал, что ты знаешь, Петр, вообще ты закончишь сам в Гааге, и Путин закончит в Гааге. А Толстой говорит, ну, что вы мне тут говорите, вообще это никогда не будет, потому что руководители ядерной державы никто никогда не вызовет в Гаагу. И вот теперь они вдруг увидели, что конкретный ордер им выписан, вот, пока что Путину и его детской омбудсменше, вот, но там длинная очередь за этими ордерами уже стоит, тот же самый Медведев, он вполне уже подходит под эти ордера. Ну, я уж не говорю там про высших должностные лица, про Матвиенко и про Володина, которые являются, соответственно, председателями верхней и нижней палаты российского парламента, которые голосовали все путинские законы, которые участвуют активно в этой войне, ну и так далее и тому подобное. Там Патрушевы, Бортниковы, Шойгу, Герасимовы, генералы, российское правительство, Мишустин, все те люди, которые участвуют активно в этой войне. Кстати, теперь они уже согласны называть эту войну войной. Да? Вы видели Шойгу, когда ему задавали нам вопрос, он говорит, что все войны заканчиваются мирными соглашениями. Значит, для него это все-таки война. Вот. Ну и мы его поправим все-таки, что не все войны заканчиваются мирными соглашениями. Советский Союз России до сих пор не подписал, кстати, мирное соглашение с Японией. Вот. А для Германии нацистской война закончилась не мирным соглашением, а Нюрнбергом. И вот для Путина и его режима, скорее всего, эта война закончится тоже специальным трибуналом по Украине, то есть по российской агрессии против Украины, и международным трибуналом в Гааге, и международным судом ООН.